Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. 1 июля изменится порядок получения водительской медсправки. Новшество, напомню, должно было вступить в силу в октябре прошлого года и вызвало небывалый ажиотаж среди автовладельцев. Шутка ли, документ подскочил в цене в несколько раз, и все из-за новых анализов на хронический алкоголизм и наркотики. Теперь проверять досконально будут только подозрительных личностей, и решение будет принимать нарколог. Изменится ли стоимость справки для граждан, которые не злоупотребляют или не употребляют вообще, неизвестно. Трасса 101. Оказывается, для того, чтобы управлять электросамокатом, нужны права категории М. Об этом заявили в одном из управлений ГИБДД по Красноярскому краю. Повод – рост популярности упомянутых средств передвижения среди местных жителей. По словам автоинспекторов, все зависит от мощности двигателя электросамоката. Если она менее 4 кВт, примерно 5,5 лошадиных сил, но не более 250 Вт, то водительское удостоверение нужно, плюс обязательно наличие мотошлема. Трасса 101. В России может появиться наказание за ошибочное вынесение административного штрафа. Сюда относятся письма счастья, которые пришли не тому автовладельцу, и случаи, когда камера штрафует автомобиль, который перевозился на эвакуаторе. Должностное лицо в этом случае поплатится рублем до 20 тысяч, которые пойдут в местную казну, а невинно оштрафованный сможет рассчитывать на компенсацию в том же размере. Трасса 101. УАЗ-пикап оснастили автоматической трансмиссией. Это тот же шестиступенчатый французский автомат, который ранее получил УАЗ-патриот. Работает он в паре со 150-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro объемом почти 3 литра. Хорошо известные особенности модели – жестко подключаемый полный привод, пониженный ряд передач, блокировка дифференциала – сохранены. Ценник такого пикапа, правда, кусается – более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Трасса 101. Ну вот, разделаемся с коронавирусом, встанем в автомобильных пробках. По данным социологов, пандемия подтолкнула многих россиян задуматься о покупке личного авто. Причем попали в это число и те, кто и представить себе не мог, что однажды сядет за руль. В том числе это молодежь до 25 лет. Каждый пятый опрошенный автомобилист заявил, что из-за ограничений и профилактических мер стал пользоваться машиной чаще. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.